Всем привет! С вами канал Silver Fox Бонсай в России. Жимолость татарская. Возраст лет 10-12, не более. В работе у меня она второй год. Да, второй год. Копал в питомнике сам. Вот, вот такая, в общем, интересная жимолость. Зацвела в этом году первый раз. Ни у кого в России не цвела еще. Может быть, у кого-то зацветет когда-то. Но у первого у меня зацвела. Хотел цветочки, чтобы такие какие-нибудь розовые были или красноватые. Вроде если там желтые или почти белые, как-то не очень это ярко. Вот, ну вот как раз такие розовые цветочки появились. Красивые цветы, живут недолго, неделю примерно и осыпаются. Вот, уже появились ягоды, плоды, уже сформировались. Цветочки отпадают и плоды сформировываются. Вот, что еще сказать? А, вот еще, значит... А сейчас почему-то хочется желтую или белую жимолость татарскую. Не знаю, у меня еще две сидят. Ну, не знаю, в этом году, наверное, цвести не будут, но они маленькие. Ну, я имею в виду одна, ну, две вот примерно в районе Шохина так. Сантиметров по 20 вот так, только толстые стволы. Вот, что еще вам рассказать? Дерево, конечно, вот для начинающих его тяжело формировать. Вот эти дубовые ветки, пустотелые, трубки, эти есть, значит, такие ветки на у чубушника, у вигелы, у жимолости татарской и еще не помню, может, еще у кого-то есть. В общем, довольно-таки тяжело формировать, просто здесь надо поймать определенные моменты, какие думаете сами. Учитесь анализировать. Вот, так что здесь чем мне еще нравится, вот жимолость татарская, вигела, вот чубушник. У них очень корявые стволы, корявая кора такая, вся отслаивается, шелушится. Я вообще от этого тащусь. Еще хорошая тоже корявая кора у лапчатки. Офигенная кора просто. Я вот на днях поеду еще там... Наверное, пару лапчаток куплю. У меня одна есть, не знаю, выживет, нет. Потому что я слишком жестко резал ее. Ну, надеюсь, что выживет. Хотя я только недавно, уже, можно сказать, лето, а я только недавно начал с ней заниматься. Итак, давайте я покручу. Значит, бонсайница Китай. Это я брал, наверное, в 2010 году. Нет, в 2005 году, наверное. За копейки покупал. Рублей 300 она мне встала. Вот, ну ладно, бог с ней, с бонсайницей. Вот такой ствол. Ну, еще работать, еще год точно работать до такого, чтобы формирование такое начальное было. Очень хорош. Ну, в принципе, основное-то я сформировал уже. Ну, так еще, штрихи как бы. Штрихи начального формирования, так скажем. Вот такой ствол. Толщина солидная. Дерево, стоящее на корнях. Вот так вот выглядит. Очень-очень. А вот большие ветки, большая. Сейчас я ее поближе подвину. Вот она. Я ее пока почему не резал, просто пока жалко. Сейчас отцветет, и я чекрыжу. Просто хоть, чтобы побольше цвета было. А так она не нужна совсем мне. Вот. Так что вот такая красавица. Очень нравится. Толстые стволы, вообще, конечно, их можно найти в природе. Встречались и неоднократно. Ну, надо походить. Я имею в виду это в Подмосковье. Дальше я не знаю, где есть. Есть и довольно-таки толщиной с мяч практически есть стволы. Вот.
Вот так вот как-то. Лист уменьшается, ветки утончаются практически элементарно. Вот по сравнению взять, допустим, вот такие почти лопухи, вот эти листья, и вот они уже более маленькие. Растет энергично, но можно его осадить, чтобы рост так приуспокоить, скажем. Не так это сложно, но как это, думайте сами. Вот. В питомниках, если просто где-то в горшечных, в горшках, все, что продается, это все тонкое. Ну, так скажем, не очень интересно, и где-то выгонять, доращивать, подращивать, отращивать, не знаю. У меня бы времени, у меня нет времени, и как бы силы на это тратить не очень хочется. Вот. Ну, а так вот, очень неприхотливое в поливе, в удобрениях. Не знаю, в общем. Те, кто уже так нормально занимается, конечно, им легче будет ее формировать. Кто начинает так, ну, помучается. Реально помучается. Потому что, вот, допустим, вот эта ветка, она не очень толстая, но ее очень тяжело уже гнуть. На пружине, а не пружинистые ветки толстые, очень пружинистые. Так, ну на этом, наверное, все. Больше как бы прожималось нечего сказать. Сейчас будет следующее видео. Вигела, сирень, бересклеты цветущие. Все будет это сейчас цветущее. Все, всем спасибо, не болейте, пока.